Да, вам помочь? Я тут ищу своего брата. Он вашего роста, постройнее и без такой седины на висках. Сэм. Рад тебя видеть, Нейт. Господи, Сэм. Чтоб я сдох. 15 лет. Что ты сделаешь, когда выйдешь, Сэмюэл? Я пойду искать величайшее пиратское сокровище, о котором я тебе уже все уши прожужжал. Он с таким трудом завязал с этим делом. Ты же врал мне! Так долго! Если б ты погиб, я бы даже об этом не узнала. И внезапно у тебя есть брат. Сколько мы с тобой за этим гоняемся, а? Ты и я. А эти двое, они не понимают. Я всегда знал, что нас с тобой ждет что-то великое. История о Генри Эвери и его 400 миллионах в золоте стала для меня слаще колыбельной. Думаешь, ты их правда найдешь? Гони, гони! Почтим память капитана Эвери. Нейт, это наша судьба. И я обещаю, ты и я вместе далеко пойдем. Что скажешь? Натан Дрейк. С ним стали искателями. Первооткрывателями. Мы воры, которые тянут руки к чужому добру. Бросай это все. Езжай домой, к жене. И я прощу и забуду. Знаешь, чего мне стоило доставить тебя сюда? Чего мне это стоило? Нет, я же не получу радости. Ни от одной монетки. Знаю, что ты и твой никчемный братец еще коптите небо. Знаешь, каким бы классным ни было приключение, в итоге всегда это пустота. И однажды надо просто выбрать, что оставить себе, а от чего отказаться.